Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Дивный сад. И в этом видео я расскажу вам о черешне сорт Речица. Этот сорт отобран по маркерным признакам среди сеянцев сорта Брянская розовая. Выведен во ВНИИ Люпина МВ Каньшиной. Дерево это быстрорастущее, средней величины, крона средней густоты, пирамидальная, высотой до 3,5 метров. Почка средней величины, вегетативно-яйцевидная, сильно отклоненная, генеративно-овальная. Черешок длинный, толстый, пигментированный, по всей длине, имеет две красные железки. В соцветии по 2-3 цветка средней величины. Венчик блюдцевидный, лепестки расположены свободно. Белая рыльца пестика на одном уровне с пылинками, чашечка бокальчатая, тычинки и пестик длинные. Плодоносит на букетных веточках. Срок цветения средний, это где-то 10-15 мая. Плод. Средняя масса плода 4,9 грамм, максимальная 5,8 грамм. Высота 18 миллиметров. Ширина 18 миллиметров. Толщина 16 миллиметров. Плоды округлые. Воронка средняя, верхушка округлая. Окраска плода почти черная. Мякоти и сока темно-красная. Мякоть плотная. Плодоножка длинная, средней толщины. Косточка овальная, массой 0,27 грамм. Это где-то 5,5% от массы плода. Светло-коричневая верхушка заостренная, основание округлое, отделяется от мякоти хорошо. Мякоть сочная, сладкая, вкус 4,5 балла из 5, отрыв сухой. Черешня универсального назначения, вкус сладкий, очень хороший. Дегустационная оценка 4,5 балла. Срок созревания конец июня, начало июля. Вот сейчас я видео снимаю, на данный момент 21 июня, и в принципе видно уже степень созревания плодов. Содержание сухих веществ 17,6%, сахаров 13%, кислот 0,59%, аскорбиновой кислоты 10,4 мг на 100 грамм. Цветение и созревание среднее. Вступает в плодоношение на 5-й год. Сорт самобесплодный. У нас примерно так и получилось. Где-то в среднем, если мы высадили годовалый, то это уже 5-й год получается. Достоинство сорта – высокая зимостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям. На этом все. Сажайте черешню, кушайте черешню, она очень вкусная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, как у вас она плодоносит, как она у вас растет. На этом все. Пока.